Приветствую вас. Вы знаете, вот поддерживая то, что сказали вам мои коллеги, именно в контексте вашего вопроса, мне бы хотелось немножечко добавить от себя что-то. Дабы не просто повторять то, что они уже сказали вам. Значит, во-первых, ну, действительно, если мужчина после 20 лет совместной жизни ушел к другой женщине, то это событие точно такого плана, что имеет причины. И завоевывать мужчину, стараться его возвращать, не имеет смысла, если вы не будете знать, почему он ушел, каковы причины его ухода от вас. То есть, смотрите, как получается. Человеку явно что-то не хватало, да, если он ушел от нас. Человеку явно что-то нужно было другое. То есть его потребности, его желания, они поменялись, они стали несколько иными. И вы, так получилось, что вы уже не могли, не имели возможности мужчину удовлетворить. И поэтому он ушел. Соответственно, вам сперва нужно понять, что за потребности мужчины двигали, когда он от вас уходил. Что за мотивы у него были от вас уйти. И далее вы сможете понять, возможно ли для вас выстроить такую модель поведения, такую линию поведения, чтобы можно было бы, значит, вернуть вашего мужа, дать ему то, что он хочет, и при этом не навредить себе, что, собственно, очень важно в данном контексте. И вот после того, как эти задачи будут вами решены, вот после этого можно будет говорить как раз о том, значит, что делать для возвращения вашего мужа. И сперва нужно понять причину, да? Это первое. Значит, теперь второе. Видите ли, ну ведь может быть так, что мужчина ушел от вас просто. Просто потому, что он вот разлюбил вас. Понял, что больше с вами быть не хочет. Знаете, если вы его любите, как вы говорите, то, наверное, вам бы хотелось, чтобы он был счастлив. А если вы хотите, чтобы мужчина был счастлив, то это то в первую очередь это то, на что вы обратите внимание, насколько мужчина счастлив. Понимаете? А у вас получается, что вы хотите его вернуть, но при этом не совсем понятно,
заботитесь ли вы о его счастье, потому что если говорить о счастье мужчины, если говорить о счастье мужчины, то он счастлив, в принципе, уже. Он как бы ушел от вас, он сейчас с другой женщиной, ему хорошо. Вы этого не принимаете. Соответственно, если вы не принимаете этого, значит, возникают сомнения в том, насколько сильно вы его любите. И любите ли вы его вообще тогда? То, что он вам нужен, да, это безусловно факт. То, что он вам нужен. Но потребность это еще не означает любовь. И то, что вы говорите, что вы без него не можете, и что вас посещают, как вы сами понимаете, глупые мысли о самоубийстве и прочее, это говорит скорее о вашей зависимости от него, чем о любви. По крайней мере, на данный момент. И если вы хотите, чтобы ваши отношения были другими, чтобы ваши отношения все-таки, ну, вот, продолжили, вам нужно понять, почему они распались. И не просто понять, почему они распались, а вам нужно исправить свое поведение, исправить свои ошибки, которые у вас были, понимаете, которые вы волей-неволей допускали при взаимодействии с вашим мужем. По сути дела, вам нужно, чтобы его вернуть, стать независимой от него, потому что вполне вероятно, что мужчина от вас ушел именно по той причине, что вы чересчур в нем нуждаетесь. Далее совершенно непонятно, почему вы хотите его вдвоем. Вы, конечно, извините, но завоевание это скорее больше к мужчинам относится, а не к женщинам. Не к женщинам. И почему вы хотите его завоевать, для меня не очень понятно. Значит, вы пишете, что у вас осталось две дочери. Значит, тут вы прямо пишете, что у нас остались две дочери. Ага, хочу вас спросить. Зачем вы это написали? Почему вы это написали? Для чего вы это написали? Ну, есть дочери. Они никуда не денутся. Мужчина их может любить. Мужчина может как бы хотеть с ними общаться и так далее. Но это не мешает ему устраивать его личную жизнь. Причем без дочери совершенно непонятно. Значит, далее. Предположим, что вашу потребностную сферу мы проработаем. Предположим, что вы станете от мужчины более независимой. Предположим, что будете вы меньше в нем нуждаться. Предположим, что вся эта ситуация немножечко, значит, разрешится. Далее, что вам нужно сделать? Никто не говорит вам, и я надеюсь, что вы это понимаете, что вот, значит, вы все это решите для себя, и после этого, значит, сразу мужчина к вам вернется. Это наивно полагать такую вещь. Тут скорее момент другой, что следующим шагом, вот, как вы обретете в большей степени независимо, следующим шагом будет то, что вам нужно наладить общение с мужчиной. Постараться именно наладить такой вот комфортный для него, я имею в виду для мужчины, комфортный стиль общения.
комфортную модель общения. Для того, чтобы мужчине было с вами спокойно, хорошо общаться. И после этого вы отдавая себе отчет в том, какая женщина мужчине нужна, и можете ли вы быть этой женщиной, значит, без вреда себе, без ущерба себе. Вот исходя из этого, вот, да, вы стараетесь для него быть именно этой женщиной. И если вы можете это сделать, то есть одновременно стать независимой и в то же время понять, что мужчине нужно, что мужчина хочет, то у вас есть шанс его вернуть. Все шансы вернуть его у вас есть. Но нужно четко понимать, по возможности, конечно, что, значит, мужчина может иметь разные причины, по которым он от вас ушел. И эти причины могут быть совсем не связаны с вами вообще. Может быть, ну вообще не вас совсем дело, понимаете, может быть, дело в нем. Просто вот он мог сам вас разлюбить. Такое тоже бывает. И вам нужно быть готовы это принять. Именно принять, заметьте, я хочу, чтобы вы вот это вот постарались для себя понять. Именно принять это. То есть вам необходимо для успешного выстраивания отношений с ним быть готовой к тому, чтобы принять выбор своего мужа. Не вести себя так, что вот прям обязательно, что он к вам вернется. Это неправильно. Потому что мужчина ушел, он явно не ребенок, он явно не подросток какой-то, и, соответственно, его решение было выверенным, его решение было, наверное, принято достаточно осознанно, и это нужно очень хорошо на самом-то деле понимать. Я хочу, чтобы вот именно это вы и для себя сделали. Без этого шансов на то, что вы сможете даже не вернуть мужчину, а построить с ним отношения сколько-нибудь такие гармоничные и приемлемые, у вас не будет шансов на это тогда. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. То есть, перед непосредственным возвращением мужчины, я бы вам очень настоятельно рекомендовал бы кратко проработать все вот эти вот моменты, связанные и с вашей зависимостью от него, от мужчины, я имею в виду, и с тем, чего вы хотите, и с тем, значит, как вы видите процесс возвращения его, и значит, почему он ушел, то есть причина его ухода. Все вот это вот с вами нужно обязательно разобраться. И тогда шансы будут максимальны. Не гарантированы, но максимальны. Это нужно понимать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.